Именно этой зимой дочка моей клиентки попросила маму нарисовать, знаете кого? Снеговика Олафа. В процессе разговора я начала спрашивать, а что это любимый мультик вашей дочки? Оказалось, что на самом деле нет, она смотрела его всего пару раз, но почему-то попросила. Ну, слава богу, что не френч, а что-то интересное, начинаем рисовать. А точнее, сначала мы с вами сняли покрытие, укрепили ноготочки гелем, и теперь приступаем к рисунку. Сначала белым гель-лаком я вырисовываю подмалевок будущего снеговика, то есть все по форме. Сначала голову и два кружочка. Снизу. Самое главное отличие Олафа от любого другого снеговика, это, конечно же, форма его забавной головы. После просушки я прорисовываю все контуры будущего снеговика. Это голова, глаза, нос, рот и так далее. И на самом деле, когда я закончу рисовать, вы поймете, что этот рисунок довольно простой. То есть буквально используется несколько цветов. Белый, черный, вот оранжевым закрашиваю носик. Сейчас бело-серым оттенком закрашу внутри рта. Самое главное, после каждого элемента закрашенного делать просушку, потому что это может растечься. Ну и все остается перекрыть дизайн топом, все готово. А остальные блестящим топом перекрыть.